Доброе утро. Показываю вам свой завтрак. Вот такой он у меня сегодня необычный. У меня маленький тут кусочек сыра чеддера. Я, кстати, купила вот таких маленьких палочек. Машульки она берет в школу и может до школы съесть, и после школы. В наборе есть не только вот эти сыры. В наборе есть разные миксы. Так, бананчик у меня будет. И латте. Красивый в кружечке. Вот, сейчас я буду что делать? Я буду себе сушить волосы, так как я их с утра помыла, буду укладывать. Вот, потом у меня будет макияж. И все это будет под какое-нибудь видео. Вот, так, вот такие вот у меня дела. И сегодня у нас опять начинают мыть окна, поэтому надо бдительно относиться к своему внешнему виду. А то, знаете, утром бывает, позволяешь себе там пройтись где-то в нижнем белье в одном. А тут раз и сюрприз снаружи. И мамин шарик до сих пор еще висит, представляете? Вот 16 января, уже больше месяца. Потому что сегодня 17 февраля, понедельник. Всех с новой рабочей неделей. Вот. А кто не работает... Да мне кажется, таких нет людей, кто не работает. Даже те, кто сидят дома, это очень тоже большой и ценный труд. Следить за домом, следить за семьей. Вот. Все. Подключусь в следующий раз. Ну что, нет возможности показать свой аутфит в зеркало, потому что я в техническом лифте. Вот, но у меня сегодня костюм из Zara, такой пыльно-розовый. Вот, брючки, сумочка, наушники. Буду идти сейчас пешочком слушать музыку. Как раз, смотрите, сзади меня уже люди с оборудованием для чистки окон. Вовремя я ушла из дома. Никто не увидит Лену с голой попой. Отличное настроение, потому что проснулась рано в 6:20. Вот, все успела, время 8, и я спокойно могу выходить на работу пешочком. Светит солнышко, на улице великолепная погода, небольшой ветерок. Так, сегодня... А, пойдемте, как всегда. Что я? Что я? Что я выпендриваюсь? Пойдемте, как всегда, навстречу новому рабочему дню. Вот. Вечер. С вами кулинарная минутка от Елены и Машули. Машуля занимается, как всегда, как я уже говорила вам, это только она делает всегда идеально. А я готовлю, как всегда, несколько блюд сразу. Во-первых, на ужин сейчас у меня будут креветочки, они уже вареные, и соус песто, и зеленый салат. Это будет мой ужин. Ну, естественно, не все эти креветки. Вот, я готовлю вот такие вот биточки рыбные из красной рыбки с зеленью на завтра. Это тоже я готовлю на завтра. Этим можно и завтракать, и обедать, и ужинать. Что здесь у меня? Здесь у меня куриное филе. Я его перемолола в блендере. Перец, соль, специи, зелень. Все вместе смешали. Сюда нужно, по идее, добавить еще 2 ложки сметаны. У меня просто сметаны не оказалось. Я решила, ну, без сметаны. И дальше сковородку смазываю немножко оливковым маслом. И сейчас будут распластала все это, размазала прям по сковороде. Сейчас немножечко обжарю. У меня вот такой вот для смазывания соус тоже есть песто, только а-ля калабрезе. Такой с томатами и с перцем. Вы видите, цветом не зеленый уже. И для пиццы нам нужно что? А, я, наверное, не сказала, это будет пицца. Основа у меня будет из курицы. И это моцарелла тертая. Поэтому сейчас я одну сторону немножечко... Потушится немножечко, я переверну, и потом уже буду смазывать и сыр. И покажу, что получилось. Так, смотрим. Я уже перевернула, смазала соусом и сырок. Вот такая вот пицца получается. Она потушится немножечко. Какой запах, не передать вам словами. Как она быстро готовится. Пожалуйста, фарш обжариваем. Паста или соус, сыр. И готово. Супер пицца. Ни грамма муки и ничего лишнего. Ну и посмотрите, что у меня получилось. Я кусочек уже отрезала. Давайте покажу вам в разрезе. Вот так вот он выглядит. Красивый, сочный. Вот такой вот вариант ПП-пиццы. Очень, очень вкусно пахнет.
и я уверена, что очень аппетитное. Собственно говоря, все заготовилось. Котлетки рыбные готовы. Пицца, Маш. Да? Вкусно. Очень вкусная. Обязательно сделайте. Может быть, как-то вы ее усовершенствуете. И, в принципе, без сметаны вообще идеально вкусная. А ужинать-то я буду вот с чем. Креветками в этом же соусе, что и пицца. И огурчик, и салат на дне. Зеленый. Все. Вот столько у нас белковой пищи. Да здравствует белок. После белкового ужина зеленым чаем и клубничкой.